Привет! Привет! Мы на канале Денис Тай. Сегодня мы открываем такую коробочку с шариками от Бис. Ух ты! И что будем делать с этими шариками? Будем делать светильник. Светильник, который ночью светится, да? Да. Его можно как ночник использовать, когда страшно ночью спать. Давай будем открывать. Ну давай. Давай. Я его вот здесь буду открывать, а ты там. Угу. Давай. Оп. Так, давай. Открывай. Что у нас? Вот. Шарики. Шарики. Много шариков. Инструкция. Какая-то еще инструкция. Угу. А вот какая-то. И вот. Что можно делать с этими шариками, сколько всего можно делать интересно. А еще мы открываем. И там у нас основа для светильника, да? Да. Осторожно, вот такое стекло. Вот. Ну, открываем. Давай, помогу тебе. Смотри, здесь такой светильник. Понял? Да. Видишь? Тут параллельно Дениску дедушка снимает. У нас две камеры работают сегодня. Да, День? Да. Да. Вот. Сюда потом засыпем шарики, которые у нас набухнут за 2 часа. Пока мы это оставим. Я сам. Закроешь? Вот. А сейчас будем высыпать водичку. Аккуратненько высыпаю водичку. Синий. И еще синий. Вот, еще синий. Угу. Еще синий. Еще синий. Ну, все высыпем, да? Да, давай. Чем больше, тем лучше. Холодная вода. Угу. Холодная водичка. Вот так. Так. Там еще один. Подожди, вот. Ага, еще потерялся шарик. Ой. Старайся все высыпать. Чтобы... Это ценный продукт. Вот еще один застрял тут. И вот. Дальше. Тебе и золото. Так, повыше держу, чтобы рыбий корм. А теперь... оранжевый. Угу. Ой, еще один. Что, где? Еще один. О, точно. Нет, ты от нас не убежишь. Так. Держим. Сейчас. Ты хочешь, чтобы они все утонули? Опа. Есть. И 2 пакетика еще осталось. Вот мы сейчас высыпем их все. И нужно 2 часа подождать, когда они набухнут, когда станут такими крупненькими. Да. Вот. Потом мы их поместим вот в этот светильник. Так. Все? Да. Угу. Еще один. Все. Ну, часть сделана. Да. Будем ждать. Будем ждать. Да. Когда они увеличатся. Ровно 2 часа. Ну, тогда посмотрим, что у нас получится. Ой, еще один пакет. Еще один? О, как это он тут так очутился. Видите, сама не видела. Да, мама не заметила. Давай. Точно все. Вроде все.
Все. Все. Так. Все. Давай я покажу в кадре. Вот у нас на дне не плавает. Ну, наверное, два раза должны увеличиться. Красота такая, разноцветная. И все это будет в нашем светильнике. Да, вот в этом. Так и хочется их там потрогать. Да? Да, такие скользкие. Такие. Увеличиваются уже. А когда мы их сюда, в светильник, ну вот в эту колбу выльем, вот это все, они будут по кругу крутиться. А я ноги. И светиться. Вот поймал. Прошло 2 часа, и у нас получились такие ухтышные такие шарики, корпусы. Да, попробуй. Попробуй, камера. На. На, камера. На, камера, покушай шарики. Ням-ням-ням-ням-ням. Майка. Какие шарики, да, мне такие как раз кстати. Ну ничего. Так, ну давай теперь будем их насыпать в наш волшебный шар, да? Да, ну давай. Ну-ка, осторожно. Вот наш шар. Вот так вот. Да, поставим. Будем вот так переливать сюда их. Можно я? Давай. Немножко убежали от нас, но ничего страшного. Давай, мама поможет? Давай, я буду рукой, а ты... Давай, ты рукой. Вот полная наша чаша круглая, наш шар волшебный. Так, сейчас наденем сверху эту штучку. Ставим сюда. А теперь включаем. А теперь включаем. Сейчас мама, во-первых, выключит свет. Включаешь? А ну-ка, что там у нас получается? Красота! Очуметь! Перевернем, посмотрим. И... Какой свет от него идет. Вот. Такой волшебный свет. И вот. Очень необычный. Смотри, как. Как северное сияние. И радуга. Радуга и северное сияние. Видишь? Красота. Все светится. На канал Денис Тай. Всем пока. Всем пока. 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 Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Молодец.